Как внимание связано с весом тела человека? Вы себе не можете представить, насколько мощна технология наконечна. Женщина без внимания худеет, а мужчина от внимания что? Толстеет, да? Почему так? Женщина почему? Потому что он говорил, что все внимание должно быть на ней. А зачем ей все внимание на ней, вы знаете? Может быть, связано с тем, что женщина должна передавать знания, но, да? Поэтому, то есть, ну, я понимаю, если чтобы было внимание, да, то... Что происходит в момент переключения внимания на женщину? Силу начинает. Конечно, все правильно. Проблема все силы. Конечно. То есть она принимает через излучатель этого внимания силу. Соответственно, что? У нее возникает стабильность. То есть возникает вот такой вот эффект мнимого усилия, да? Женщина как считает, что есть на ней внимание, значит ее будут защищать, да? Значит, все будет автоматически в этой жизни и гарантированно. Нет на ней внимания, значит, ее защищать никто что? Не станет. Никто за нее ни хрена делать не станет, значит, все что? Плохо. Да? У мужчины обратный эффект. Почему? Вот как мужики друг друга оценивают? То есть, как только мужику начинают уделять внимание, ему нужно стать сразу каким? Здоровым. Почему? А что мне какой-то человек мне силу направляет сюда, да? Надо стать побольше, да? Чего, чтобы вот у него мыслей даже не было, надо меня силу направлять какую-либо, да? И поэтому мужик от внимания что? Толстеет, да? Мужчина, на то и мужчина, он должен смотреть что? На вещи объективные, да? Поэтому, если у мужика возникает куча внимания и признания, и он не знает, что с этим делать, он обязательно начинает увеличиваться что? Вес. Всегда, когда мы видели толстого мужика, здорового, это не всегда так, как я сейчас как бы описал. Но можно всегда подумать, что вот у него идет нежелание отпускать прошлое, оно держит вот это настоящее. Начало управления весом тела, как бы, она вот заложена в этом. То есть, чем больше объективность у вас в себе, тем больше управляемость. Весом дела в том, как вы честны. Вы должны эти вещи как бы понимать. Неприятность. То есть, не то чтобы потолстеете, а похудеете, а вы создадите предпосылки для неуправляемости своим телом, весом. То есть, это же на сегодняшний день очень краеугольная проблема всей планеты Земля. Я благодарен, что кроме того, что вы даете проникновение в тайное устройство человека и как связана физическая форма с духовной, вместе с тем вы учитесь, как это делать.